Всем привет! Сегодня я бы хотел вам рассказать про охладитель воздуха компании Endeavor под названием AS510. Вот так вот он выглядит в полном сборе. Сейчас я вам расскажу про то, как он работает и что в нем есть. Начнем, наверное, с передней панели. Сверху, как вы видите, есть несколько режимов и настройки данного охладителя. Как вы можете видеть, там есть три различных режима работы. Также есть настройки режимов, таймер, кнопка регулировки лопастей, также скорость охлаждения и кнопка включения и отключения. Одними из фишек данного охладителя является быстрое охлаждение помещения. Также удобное управление с помощью вот данного пульта, который действует до 6 метров от этого охладителя. Вот так вот он выглядит. На нем есть все те же кнопки, что на нем, и он также просто работает. В режиме данного охладителя включают функцию ионизации воздуха, а также функцию дополнительного увлажнения воздуха, что очень удобно и позволит вам более приятно ощущать себя в вашем помещении. Вот так вот он выглядит в разобранном виде, как вы видите. Данный резервуар легко вытаскивается и исполняется, а также вставляется обратно. А данный фильтр легко встает на место. Вот таким вот образом. В целом я хочу вам порекомендовать данный охладитель воздуха, так как он отлично выглядит, замечательно работает и поможет вам оставаться более здоровыми во все времена года. Я хочу вам его посоветовать. Это был Endeavor AS510 и спасибо за просмотр.